Столица стартовала неделя турецких фильмов. С 22 по 26 апреля в Бишкеке для любителей кинематографа в кинотеатре «Манас» пройдет бесплатный показ 5 фильмов. Кроме этого, в рамках мероприятия будут организованы встречи турецких кинематографистов и актеров со зрителями. Также планируется встреча режиссеров и актеров Турции с кинематографистами Кыргызстана, во время которой пройдут двусторонние переговоры и дискуссии по вопросам реализации совместных проектов. Тему продолжит Алина Хайдаршина. Сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией положительно развивается во всех направлениях. И сфера кинематографии не исключение. Так, с 22 по 26 апреля в столице пройдет неделя турецких фильмов, в рамках которой для любителей иностранного кино будут показаны 5 турецких фильмов и анимации. Также особенностью мероприятия будет ознакомление с культурой Турции и, в частности, через искусство рисования на воде Эбру. В этом году мы решили добавить нечто иное, особенное в проводимых мероприятиях. Мы будем показывать нашу культуру. И важная составляющая нашей культуры – это искусство Эбру – рисование на воде. В Кыргызстан прибыли специалисты в этом деле, которые и будут показывать свое мастерство. В Бишкеке для любителей кинематографа в кинотеатре «Манас» пройдет бесплатный показ турецких фильмов. Для вас он «Чемпион», «Волк», «Полет на ковре-самолете 2», «Танец с шакалами 5» и анимационного фильма «Крутая команда». Отметим, что подобные турецкие фестивали начали проводить еще 5 лет назад. Мы это дело начали еще 5 лет назад, точнее в 2010 году в Турции стартовал фестиваль, но по разным причинам мы остановили его работу. А вот теперь уже не первый, а третий раз проводим у вас неделю кино. И с каждым разом все проходит лучше и лучше. Мы надеемся, что всем кинолюбителям понравится. В этот раз на неделю турецких фильмов в Кыргызстане впервые приехала и актриса Хандей Китапуглу, сыгравшая в фильме «Танец с шакалами 5». Актриса рассказала, что ей нравится принимать участие в подобных проектах, а тем более в дружественных странах. Также, по ее словам, ей не важно, от какой страны поступит предложение сняться в кино. Гораздо важнее, какую это может принести пользу обществу и в развитии культуры. Я впервые в Кыргызстане, но у меня ощущение, что я не в другой стране, а в каком-то красивом родном крае. Раньше я была в Азербайджане, где были сняты сериалы, которые ассоциируют единство Азербайджана и Турции. В любом проекте мне не важно, какая страна мне предлагает сыграть роль. Гораздо важнее, что я могу показать в этой роли, чтобы это было полезно. Остальные аспекты уже на втором плане. На мероприятии была отмечена важность того, что город Ош был назначен в этом году культурной столицей тюркского мира, где Турция принимала непосредственное участие. Было отмечено, что это мероприятие важно не только для всего Кыргызстана, а для всего тюркского мира в целом, и что у нас в будущем будет много совместных программ, которые важны для всего тюркского мира. Алина Хайдаршина, Джентай Макенов, «Пирамида».